Здравствуйте, дорогие зрители! Сейчас я вам расскажу, что будет в Зверополисе 2. А вы мне напишите в комментариях, нравится ли вам Зверополис 1. Просто напишите «Да, я люблю Зверополис» или что-нибудь другое. Так вот, есть такая версия, что Зверополис 2 – это будет не продолжение первой истории, а та же самая история, просто перерисованная. Перерисованная, где будут не животные, а люди. Напишите в комментариях, как вам эта идейка. Вот концепт-арты к этой версии. Это всего лишь версия. Я не говорю, что так оно и будет. Не утверждаю. Также хочу заметить, вот, например, Газелли озвучивала Шакира. Ну, по крайней мере, песнями озвучивала. Но нарисована она не похожей на Шакиру. Шакира низенькая, а Газелли высокая. На Газелли больше подходит Оля Полякова. Правда же? Вот вам концепт арты этого варианта. Вполне возможно, что Дисней переснимет Зверополис в виде фильма, а не просто перерисует. Потому что у Диснея сейчас такая тенденция, они все переснимают. Пересняли Аладдина, переделали Король Лев. Как вам такая идейка? Напишите в комментариях. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!